Вот так вот наш народ мучится, бля. Вот так вот. В тапочках, пешочком. Море, море. Эй, у меня машка подгуляла в воде. Да, вода попала, я чувствую, но нихуя. Вода попала внутрь. Если попала, все, это украсть. Вот что творится сегодня, 17 ноября, опять в Махачкале. Многоуважаемый Рамазан Гаджимурадович, смотрите, что творится у тебя в городе. Мусорные свалки, которые обработаны были крысиным ядом. Вот он ваш, чистый город. И вся эта вода опять попадает вот в этот канал Октябрьской революции. Опять будем поить говном людей. А виноват Муртазалиев. Нашли крайнего. Человек всего год, наверное, работал в этом водоканале. Смотрите, что творится. Опять бегите, наверное, куда-нибудь докладывать. Опять будут люди появляться в больницах. Вот что творится. Вот что творится. Да, налоги есть в городе Дардар. Люди дорогу не могут перейти. Ужас. Что делать? Помогите Тони. Из дома выйти невозможно. Помогите Тони. Вон моя машина утопилась в воде. Подъезд. Вот мой подъезд. Как выйти? Люди. 21 век, пожалуйста. Народ не могут ходить, выйти из подъезда. Нам надо на работу. Все, кошка не может никуда перейти. Опа, утопилась кошка. Пожалуйста. Доблестная стоянка. ГАИ. Вернее, Мальдивские острова. Штиль на берег накатывает. Машины плавают. Это район чувак. Городского ГАИ. Отчаянный чувак, блин. Уже люди по машинам лазают. Короче, без акваланга все лучше не соваться. Ну его нахрен. О, семерка, о, только вплавь добираться. Доблестная махачкалинская администрация, будь она неладна. Спасибо за плавающий город.